Боже, я просто не могу поверить, что ты убедил меня пойти на это. Теперь он будет смеяться надо мной еще сильнее. И вдобавок ко всему, мой собственный кошмар на всех экранах страны. И знаешь, что самое страшное? Что ты стащила чужое платье? Самое страшное, что он все еще имеет какую-то власть надо мной. Мне не безразлично, что он думает. Да, прости, но как? Как это вообще может быть? Он же кретин. Тебе легко так говорить. Да нет, нет, он кретин, болван, это не вопрос. Но... Он кретин, идиот. Кретин. Знаешь, что я думаю? Я считаю, я просто уверен в этом, что ты боишься расстаться с этой Сарой Майклс. Иначе будет не за кем прятаться и придется самой вставать на ноги. Вот. Ух ты. Не ожидала от тебя такого. Но, признаюсь, у меня абсолютная интуиция. Я бы мог применить ее на себе, но у меня нет проблем. А еще моя интуиция подсказывает, что ты слишком добрая, талантливая, одаренная, необычная, чтобы тебе кто-то помогал вставать на ноги. Это звучит так чувственно, Алекс. Тем более от мужчины в таких облегающих брюках. Ну так кровь к сердцу лучше приливает просто. Знаешь, ты сегодня был таким замечательным. Ты тоже. А пару твоих звуков были просто убийственны. Теперь тебе лучше? Хорошо бы приложить к больной стороне. Да. Так намного лучше.